Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами разберем задание из темы системы исчисления. Данное задание было взято из демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике 2018 года. Задача требует от нас определить количество чисел, удовлетворяющих данному двойному неравенству. Предлагаю перевести оба этих числа в десятиричную систему, так как данная система более привычна для нас. Число 2 16-ричной системы мы переводим следующим образом. Мы находим разряд единиц, а что соответствует букве А, ставим индекс 0. И далее расставляем все индексы по порядку в левую сторону. То есть двойка будет иметь индекс 1. Если бы здесь было еще какое-то число, оно имело бы индекс 2. Вместо индексов я предпочитаю ставить сразу степени. Индексы нам нужны для того, чтобы возводить вот наше основание 16 в степень индекса. То есть вместо 0 мы можем сразу написать как 16 в нулевой. Это будет число 1. Вместо 1 мы можем написать 16 первый, это будет 16. И умножаем попарно, то есть мы 2 умножаем на 16. И складываем это с единицы умножить на цифру А. Цифра А соответствует нашему числу десятичной 10. 2 на 16 32 и плюс 10 это будет 42. 61 из восьмеричной мы практически переводим аналогично. То есть расставляем индексы 0, 1. 0 соответствует степени 8 в нулевой, это будет 1. И 8 в первой, это будет 8. То есть мы 6 на 8, это 48. И плюс 1 на 1, это 1. Итого получаем 49. То есть наше двойное неравенство заменится на следующее. X больше, чем 42, но при этом X меньше 49. То есть у нас устраивают все числа, начиная с 43. И заканчивая, последнее число, которое меньше 49, это 48. Я специально записал такой интервал, у которого оба конца включают данные числа, чтобы напомнить вам следующую формулу. Если вам необходимо найти количество чисел на интервале, у которого оба конца включаются, то есть, например, на интервале от А до Б, то вам необходимо из-за конца интервала вычесть начало и прибавить единичку. То есть в нашем случае это 48, минус 43 и плюс 1. Итого ответ данной задачи 6. На этом наш разбор закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч!